Добрый день, дорогие подписчики, простите за мой фривольный вид, просто я дал Себастьяну много разных заданий и сам не смог нормально одеться. Вы, наверное, спросите, что это такое? Это такая специальная подушка, с которой уютно спать. Просто Себастьяна нет, и мне скучно играть одному, и я решил принести подушку. Вообще, на самом деле, эта подушка, она без наволочки лежит между нами. Мы ведь теперь спим вместе, лежим рядом в одной кровати, и эта подушка нас разделяет. Ну вот сейчас я надела такую наволочку. Только вы не говорите об этом Себастьяну, он не должен знать, что у меня есть такое. А сегодня мы проходим 6-й эпизод Фауста, он называется «Робин Гуд в метроростом». Я не знаю, что это, надеюсь, это не про меня, ну, я же мелкий. Вы, конечно, слышали старую пословицу. Опять у нас каждой медали ролик две стороны. Ну да, слышал такое. Ганнибал вам известно. А теперь позвольте познакомить вас с другим персонажем, довольно интересным. Некоторые считают его героем, в глазах закона он преступник, но судите сами. Не знаю, кто это. Так, да, где мы еще не? Вот какой-то маленький домик, но... Ой, я куда-то вышел. Какой-то маленький домик, наверное, мне сюда, но он закрыт. Он закрыт. Так, ага. Ой, подушка падает. Блин, наверное, она будет падать. Надо на нее сесть, чтобы она не падала. Вот так. Угу. Кстати, она очень мягкая. Так, домик закрыт, значит, нам нужно куда-то... Может быть, вот сюда? Что это? Что-то тут надо сделать, да? Наверное, нажать. Ах, вот как. Ну хорошо. Сейчас я тебе покажу. Ну да. Так. Может, еще раз надо? Оу. Нужно подумать, у тебя бы лучше получилось. Гомункул ржет над ним. Вот Себастьян тоже так всегда надо мной ржет. Нет, мой милый, я не ржу над вами постоянно. Я вами восхищаюсь. А что это у нас тут такое? Подушка с моим изображением. Великолепно. Ах, какой смелый арт. Черт. Надо же, какое изображение тут откровенно. Что у нас тут? О, ну вот это мне нравится больше. Ой, господин. Знаете, а не пора ли заменить подушку мной? Подушка, она ведь не живая, а я могу согреть, обнять и поцеловать. И сегодня, если захотите, я могу лечь точно так же, прям как на подушке. Нет. Хорошо. Ну, давайте ее сейчас уберем, потому что я ведь пришел, и вам больше не нужен заменитель в виде подушки. Как он так быстро пришел? Черт. У меня возникла идея. Почему бы мне не сделать такую же подушку себе, но с вашим изображением? Вы были бы в такой же вот легкой, слегка задравшейся рубашке. Не надо. Ах, ладно, так и быть. Но все равно в таком виде я могу вас лицезреть каждую ночь.
Я смотрю, вы уже начали играть. Расскажите, что уже успели сделать, по ком этот эпизод. Себастьян, ты уже совсем справился, что я тебе приказал? Конечно, ведь я демон дворецкий. Я попробую сделать так, раз он ржал надо мной, вот пусть сам и работает. О, я был прав. Так, теперь мне нужно идти сюда. Что-то вы неправильно сделали. Как? Видимо, вы так разволновались с того, что я застукал вас с такой подушкой. И даже не сообразили, что можно было поставить эту банку, подпереть ее дверь. Ты не должен был это видеть. Все-таки зачем вам эта подушка? Эта подушка разделяет нас, когда мы спим. Я понимаю, зачем именно с такой наволочкой? Ну... Неважно. Неважно. Вот так надо было сделать. А, ну вот. Какая соблазнительная музыка. Не находите? Нет. Никогда не забывай, как мы жили все эти годы в таборе, мой мальчик. Никогда не презирай слабых, помогай бедным, сбившимся с пути. Это будет лучшей благодарностью за все, что мы для тебя сделали. Да, о каком-то говорят. Какое-то кольцо с печаткой. Когда твоя няня Башка спасла тебя от твоей семьи, она дала нам вот это. Это твой фамильный герб? Она хотела, чтобы он был у тебя. Раньше он принадлежал твоему брату. Она не могла понять, почему ты должен умереть только из-за того, что они тебя стыдились. Да, хорошая она была женщина. Поэтому мы и назвали тебя Тоддом, ведь ты вырвался из рук смерти. Носить имя смерти, Тодд, это хороший знак. Это к счастью. Может, вас тоже Тоддом назвать? Вы ведь вырвались из лап смерти. И я вам помог. Меня уже зовут Сиэль. Ну, скажем так, не Сиэль. А вы гордитесь своим настоящим именем? Вы ведь даже отказываетесь, чтобы я вас наедине так называл. А ведь настоящее имя очень красивое. Жаль, что его никто, кроме меня, не знает. Такое влекущее, томное. Очень вам подходящее. Мне нравится его произносить про себя, когда вы податливо... Что? Хватит! Это все ваша подушка. Джентльмены! Каждый день я смотрю на это имя. Он слушает этого гнусавого. Должно быть моим и думаю о справедливости. Значит, вам наверное, это есть был тот карлик в семье, так? Вы а, все карлик, вы поэтому он это ростом. Пламя в ваших печах не угасло. Меня зовут Тодд. Я родился 1 ноября 1893 года, в день поминовения усопших. Родители хотели убить меня сразу после рождения, но я выжил. Меня зовут Тодд. Я жив и буду жить, и смогу по праву гордиться своим именем. Вот видите, он гордится своим именем. Так. Тот назвал свою дату рождения. Я думаю, что, наверное, она нам где-то пригодится. Кстати, Себастьян, почему ты так быстро со всем справился? Ну, я же дьявольски хороший дворецкий. А почему вы хотели, чтобы я долго отсутствовала? Вы хотели чем-то заняться без меня? Не твоего ума дело. Вот как. Очень интересно. Так, что-то я тут застоялся, надо что-то делать. Вот. Мы что-то взяли? Что мы взяли? Что мы взяли? Вот, бревно. Знаешь, Себастьян, ты настоящее бревно. А давайте проверим. Это что такое?
Ладно, тот. Я тебе сделаю этикетки. Но имей в виду, шедевр вряд ли получится. Туалетная бумага с этикетками? В Вагнере я не слишком разбираюсь. А, странно. Ладно. Он потирается этикетками с Вагнером. Замечательно. Так, что это? Так, я вижу, что велосипед активный. Надо что-то, наверное, сделать. Что-то сделал. Фауст сел на велосипед. Он смотрится нелепо. Это выглядит очень действительно нелепо, но зато мы что-то открыли. Посмотри, Себастьян. Так почему же вы хотели, чтобы я долго отсутствовал? Потому что я хочу хотя бы когда-то побыть один. Ты постоянно рядом и... Ты контролируешь каждый мой шаг. Меня это достало. Да, я хочу побыть один, поэтому я просил тебя надолго уйти. Я могу уйти, и вы будете один. Но, однако, вы взяли подушку с моим изображением, и это о многом говорит. Значит, вы не так уж хотите быть одни. И мне, правда, очень хотелось бы побыть на месте этой подушки. Вы так мило на ней сидели и так мило тащили ее через половину поместья, шлепая по холодному полу своими изящными обнаженными ступнями. Так ты что, все время был здесь? Почти. Вот сволочь! Ваша любимая сволочь, прошу заметить. Фу. Да пошел ты! Все, хватит об этом говорить, Себастьян. Все, хватит. Так, здесь вот что-то есть. Ага, а вот здесь что-то надо нажать. Калинка, ты просто ангел. А, Калинка. Огромное тебе спасибо за помощь. Ты их всех одела, моих маленьких беспризорников. А главное, им теперь не надо стыдиться за себя. Какие-то беспризорники? Ну ладно. Так. А, точно. Помнишь, я говорил про кота? Я умный. Угу. Так. И какой же кот? Ну, его дата рождения, что там у нас было... 1 ноября, ноябрь, так, и 93-й. Какой 93-й? 1893. Не 83-й? 93-й. Точно? Точно. О! Однако вы неплохо продвинулись по игре, душа моя. Можно теперь мне поиграть? Ну ладно. Вы пока можете пообжиматься с подушкой. Хотите, принесу? Не буду я ни с чем обжиматься. А я посмотрю. Золото мое. Ты куда? Принесу вам подушку. Мне не нужна подушка? Нужна. В смысле, Себастьян? Я же сказал, что мне не нужна подушка. Ну, вы всегда говорите одно, а подразумеваете другое. Я... Что? Возьмите ее. Куда мне ее? И зажмите ее между ножек, чтобы она не падала. Что? Не буду я ничего зажимать. Она не влазит сюда. Ну, давайте с другой стороны попробуем. Хватит. Вот видите, как отлично входит. Что? Куда мне теперь с ней? Она большая. Что? Эй! Какая идиллия. Что вы сделали? Вот! Это было больно. Мне теперь неудобно сидеть, Себастьян. Ну, вы пока играйтесь с подушкой, а я приготовлю виски. Как я ненавижу все эти твои пошлости. Вот бутылка с брагой. Знаете, когда я увидела вас сидящим на подушке с моим откровенным изображением, мне очень захотелось выпить. Ты же не пьешь. Самое время начать. Хм.
будет у меня бухущий демон. Когда увидишь такое, остается только бухать. Хм. Ты мне, может быть, объяснишь, что ты делаешь? Я готовлю себе выпить. Чего? Звук горящих поленьев, так уютно. Хотите вечером посидим вместе у камина в нашей комнате? Нет. Если вам станет холодно на ковре, вы можете сесть на меня. На мне куда теплее. Не буду я на тебя садиться. Вообще, эта подушка мешает. Я ее выкину. Какая жалость. Что это за странные жижи? Вода. Обыкновенная вода. Что это? Ого, как минимум 80 градусов. Вот это выпивка. Неплохо, неплохо. Когда же вы будете на мне сидеть так же, как сидели на этой подушке? Никогда! Я надеюсь на иной исход событий, радость моя. Зачем ты опять пошел в подвал? Определенно надо выпить. Вы меня так с ума сведете. Ты хотя бы поясняй, что делаешь? Ого, мы нашли какой-то потайной ход. Что за бочка Диогена? Да уж, любите вы такие приколы. Спортивные поединки. Прости. Сразу видно, демон. Прости, пожалуйста. С собой поделать. Ну, такое было искушение. Действительно, такое искушение, ты рядом сидишь. Давно я тут не смеялся. Напоминает мне об одном моем приятеле. Диоген его звали. Тоже вечно умер. А, ну вот он тоже про Диогена сказал. Ну, так что там еще такое? Ты, наверное, не про дружков пришел поболтать? Нет, хотел тебе кое-что показать, чтобы у тебя не сложилось неверное представление о Тот. Ты меня знаешь, Тео. Я ненавижу всякие сплетни, но мне кажется, Тот на самом деле этим занимается. Ты только представь себе, Тот заставляет детей делать самогон. Ведь это же ужасно, Тео. Какое разочарование, а? Да, все в этом цирке, парке аттракционов какие-то странные и противные. Туда мы попали. В какой-то может подвал? Быть, нажать нужно здесь. Джерри, не лги. Скажи мне, кто это тебе сделал? Это Ганнибал тот. Он опять приходил и требовал водки. А я ему сказал, что у нас больше нет. И вот он... Ну, хватит, хватит. На вот, приложи это к скуле и иди поспи. Давно пора мне разобраться с Ганнибалом раз и навсегда. Хм. Ганнибал — это тот самый человек, который был в прошлом эпизоде? Да, тот, наверное, тот, кто приносил ему выпивку. Ну да, он правда карлик. Все ясно. А ну, у Ганнибала тоже не очень-то приятная судьба оказалась. Помните, что с ним делали тигры? Ты слышал? О, телефон. Возьми трубку, Себастьян. Мистер Нитти, спасибо, что так быстро перезвонили. Пустяки, пустяки, коротышка. Я всегда готов помочь моим поставщикам. А ты как насчет этих карточных долгов? А согласны вы продать их мне? Знаешь, коротышка, ты хороший парень. Классный ты мужик. И мне нравится, как ты помогаешь детям и все такое. Но тут речь идет о больших деньгах. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты оказался у меня в должниках. Так вот, ты уверен, что это тебе по карману? Мистер Нити, я слышал, вы любите в покер сыграть. Хм. Покер? А вы умеете играть в покер, господин? Да. Экий же ты упрямый, а? Ну, раз так, возьмемся за дело всерьез. Разминка окончена.
приступаем к бою. Ага, какой-то странный. Добрый вечер, мистер Никки. Слушай, коротышка, я бы с удовольствием что-нибудь выпил. Знаешь, совсем в горле пересохло. Его лица не видно. Какой-то таинственный мистер Митти. Где же выпивка, страшно, коротышка? Но голос похож на голос Мефистофеля. Мне он не нравится. Окей, коротышка. Давай внесем полную ясность. Если я выиграю весь следующий год, ты будешь отдавать мне свой продукт бесплатно. И чтобы никаких соплей насчет твоих маленьких макак. Мне до них дела нет, хоть они бы все передохли с голоду или с холоду. Проиграешь? Весь твой самогон будет моим. А если вы проиграете, мистер Нити, то долги Ганнибала будут моими. Если хочешь, я тебе гарантирую, что вышибу из него деньги. Я уже нашел одного скорняка, который с удовольствием согласится на одну интересную сделку. Сыграем в покер, господин, на желание. Нет, конечно, вы такой скучный. Я бы придумал очень милое желание, которое бы понравилось нам обоим. Мне ни одно твое желание не понравится, это я точно могу сказать. Ну, мы выиграли. Отлично. Я даже ничего не увидела, но ладно, играть. Желание. Интересно, сколько раз мы должны выиграть? Вы проиграли. Печально. Так-то. Но бывает и такое. Вы проиграли. Ты проиграл два раза. Ну что же, коротышка, похоже, денег у тебя больше нет. Так? У меня есть лотерейный билет. Может быть, и еще разок сыграем? На все. Не знаю почему, но я уверен, что сейчас мне повезет. Искушаешь ты судьбу, коротышка. Ну ладно, я сегодня в ударе. И еще три кона. Еще три раза нужно выиграть? Дай сюда. Ну, давайте вы, может быть, вы окажетесь более удачливым. О, вы выиграли. Так, что теперь делать надо? Выходить? Угу. Себастьян, можно так не делать? Видишь, я проиграл. Что же делать? Мы уже два раза проиграли. У нас осталась последняя попытка. А если мы не выиграем, что дальше будет? Ну вот и узнаем. Но все же я надеюсь, что мы выиграем. Я все отдам. Ну как? Мы проиграли. И что? Демон заманил тебя в ловушку. Что? И теперь да, тебе от этой игры не отвертеться. Ты должен ее выиграть. Возвращайся и постарайся понять, кто перед тобой на самом деле. Окей, коротышка, давай внесем полную ясность. Если я выиграю весь следующий... Ты уже говорил это. Заткнись. Есть. Хорошо поиграли, коротышка. Ты молодец. Наконец-то мы выиграли. Долги твои. Если тебе понадобится помощь, позвони, я подошлю своих ребят. Придется этим тиграм привыкать жить без шкур. Спокойной ночи, тот, рожденный в день поминовения. Силь, вы замерзли? Нет. Почему вы разгуливаете в одной ночной рубашке? Совершенно не замерзли. Да еще босиком. Совершенно не замерзли. Недомерок. Никаких.
таких бутылок тебе больше не будет. Это мы сейчас посмотрим. Ах ты, обезьяна! Вот тебе бы так тоже швырнуть в лицо. У меня для тебя три новости, мразь. Мразь. Во-первых, я заключил небольшую сделку с мистером Никки. О, они ржут над ним. Во-вторых, я могу в любой момент вызвать его ребят, чтобы помогли мне получить... Ну, эти сестры, а это не они мне больше всех не нравятся. И в-третьих, на случай, если я вдруг умру, твои тигры заложены у скорняка, а их шкуры моментально превратятся в шубку для какой-нибудь дамы из города. Все ясно, скотина. О, это было чудесно. Тодд, Фрэнк, Жизель, боже, как я по вам скучаю. Их называли уродцами, и они на самом деле были необычными, удивительно светлыми, сильными, добрыми. Знаете, когда я купил этот парк, чтобы превратить его в мир грез, тот же Жизель и сиамские близнецы уже были там. Я хотел ликвидировать это так называемое шоу уродцев, но они меня уговорили не делать этого. «Лучше работать, чем побираться», — говорил тот. «Такая вот уродская честь. Хорошие были люди. Люблю таких». А вы, Теодор, вы почему остались? По двум причинам. Где остался? Мне надо было дождаться, пока кто-нибудь не придет, а вторая – это моя тайна. А значит, и моя тоже. Что? Фу. Так, господин, немедленно в постель. Что? Я принесу вам горячего чая с круассанами. А пока вы будете завтракать, согрею мягким массажем ваши ножки.